11-метровый киот со смоленской иконой Божьей Матери и образом Святой Матроны Московской был освящен на границе Смоленской и Московской областей, сообщает Благовесть.Инфо. На 154-м километре автомобильной дороги М1 Беларусь митрополит Смоленской, Ярославской и Сидор осветил киот с иконами, установленной на площадке отдыха на границе Московской и Смоленской областей. В киот со стороны Смоленской области помещена икона Смоленской Божьей Матери, со стороны Москвы икона Святой Блаженной Матроны Московской. Перед освящением в киот заложили памятную капсулу с посланием потомков, в которой говорится о любви к родине, стране, о защите истории, памяти, подвигов героев прошлого и святынь. В закладке капсулы вместе с митрополитом Исидором приняли участие епископ Вяземский и Гагаринский Сергий и председатель правления Автодора Сергей Кельбах.